На больших каблуках и в тяжелом платье, но гордо и статно, как настоящая модель. Для девушки из провинции участие в неделе моды в Москве – событие грандиозное. Выход на подиум – первый в жизни. Уже третий год подряд воспитанники Фурмановского детского дома участвуют во всероссийском проекте «Создай свой стиль», организованном фондом «Северная корона» при поддержке кутюрье Юдашкина. В прошлом году заняли третье место, в этом стали лучшими в номинации «Театральный костюм». Детский дом представляла Настя Белова. Очень интересно были моменты за сценой, потому что перед подиумом происходит такое, все бегают, все готовятся, макияж, платье. Очень многие фотографы пытаются сфотографировать и костюм, и позы. Она давала интервью. Вот он, костюм-победитель. Шили, что называется, всем миром. Ребята помладше вырезали листики, постарше шили кукол и расшивали их бисером. Модель называется «Лукоморье» и посвящена теме конкурса этого года – детство. Для ребят эта прекрасная пора непременно связана со сказками Пушкина. Шляпа – целое произведение искусства, расшита ракушками, нитками, напоминающими траву. В центре композиции разыгрывается сюжет из Руслана и Людмилы, как колдун несет богатыря. Основная техника – это полуобъемная аппликация. Вот. Текстильные куклы, вязаные игрушки и вышивка лентами, пайетками и бисером. Шапка вообще была у нас куплена гипюровая. Мы ее полностью перетягивали, то есть мы ее полностью передекорировали. Настя открывала показ молодых дизайнеров. Из Москвы приехала вдохновленная. Наряд понравился жюри. Модельеры из Франции отметили необычный выбор материалов, заполнение композиционного пространства, яркость образа в целом. Мы приехали в Москву, сразу заселились в отель. У нас было 2 дня на все про все. У нас была фотосессия. Потом на следующий день мы готовились, нас красили, делали прически. Вот. До концерта было, ну, очень много времени. Стояла, устала. Платье, оно достаточно тяжелое, не совсем удобное, но тем не менее красивое. Юные дизайнеры и их руководители обещают принять участие и в следующем столичном конкурсе моды. А из фантасмагоричной модели «Лукоморья» родилась идея создания коллекции. Посвящена она будет 185-му дню рождения сказки о царе Салтане Александра Пушкина. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Фурманов.